Я тебе хотел кое-что рассказать. Давай. Тебя наебывают на деньги на этих съемках. Кто? В курсе? Как? Ну, там смету составляют, вот эти все, свет берут, да? Угу. Пойдем. Вот эта лампа стоит денег, да, вот эта? А что она делает здесь? Что это за кадр? Ты можешь мне объяснить? Пизда Саньку, блядь. Ну-ка, сейчас мы у него спросим. Да, спросим, давай. Сейчас спросим. Значит, вот у нас смета на свет, да, на что уходит? Вот на это, да? Александр, а мы требуем объяснений. Блядь. На что уходят деньги? Вот это что вот? Что это? Смета на свет это, на что уходит? Ты хочешь, чтобы светики наши, блядь, ходили, блядь, с мокрыми ногами, блядь? Плюс 60 тысяч? Да. Блять, плюс 50 тысяч к прибору. А чё они... А кто, блядь, у нас кроссовки, блядь, прибором сушит? Ко мне подходит артист и говорит, блядь, куда нахуй уходят бюджетные деньги, блядь? Больше не будешь с Романовым снимать, получается? Не буду. На самом деле, знаешь, хорошо. Это его кроссовки, он просто говорить не хочет. Я ж тебя видел у них, когда ты приезжал у них. Кто это сделал, интересно, блядь? Додумался, блядь.